Студенческие отряды приступили к работе. В Саратове стартовала всероссийская акция «Имена героев». В ее рамках студенты региональных вузов делают ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в Саратове учащиеся решили помочь Татьяне Ивановне Ершовой. Ветеран живет в частном доме, и ей понадобилось заменить межкомнатную дверь. В этом ей помогли волонтеры. Студенты сами собрали средства, купили материалы и провели установку двери. Мы начали помогать пожилым людям. Те, кто участвовал в каких-нибудь Великой Отечественной войне. Приходим, убираемся, с ними сидим, разговариваем. Помогаем дверь ставить. Помогать ветеранам с бытовыми проблемами студенты решили еще летом. Тогда прошла всероссийская акция «День ударного труда». Учащиеся получали временную занятость, а заработная плата за рабочие смены направлялась в фонд российских студенческих отрядов. Позже именно на эти средства начали делать ремонт в квартирах ветеранов.